Анфиска моя кушает голову куриную. Дал ей голову молоточком, ну, топориком, плоской частью. Размозжил голову, чтобы ей легче было ее разгрызть. И дал. Не знаю, минуты даже не проходит. Она выбегает. Я говорю, что уже съела, что ли? Наверное, Пекс отнял, скорее всего. Пекса, наверное, отнял у нее. И довольны. Я ей, короче, здесь на улице дал. Сейчас тоже еще одну голову сырую. Размозжил. Вот видите, давится, давится. Ну, съедает всю. Но я думаю, неужели она всю ее съела меньше, чем за минуту? Не, вот уже минуты две она сидит, грызет эту голову. Хоть нормально покушает. Пекс сам свое кушает. Ну, головы он-то. У него пасть побольше. Он их кушает побыстрее. А Анфиска, она вот такая. Моя девочка, да? Моя девочка. Что там у тебя брызнула? Кровь на глаз прям брызнула. Кушай, моя девочка, кушай. Потом я тебя вытру. Кушай, кушай. А то вечно тебе не достается. Пекс у тебя все отнимает. Ты кушает только корм. Я думаю, че она у меня такая раньше прям. Ну хотя она растет так же, все. Кушает только вот получается корм. Корм собачий там из миски Пекса. Кошачьего я отдельно не покупаю. Она грызет собачий. Вот. Ну и там и яички бывают. Я сварю яичко, сыр, это белок я даю, желток. Там они едят с Пексом тоже. Вчера отварил мясо, ну, аж трусится, смотрите, аж трусится. Отварил головы и там, ну, другие части курицы с рисом. Ну, рис немножко Пекс тоже поел с головами. И Тимофеевна рис тоже поела. Ну, что-то они его плохо едят, мясо лучше. Мясо лучше. И рис вместе варил с этим, с головами, чтобы запах был на том же бульоне, и все. Кушай, моя девочка, кушай. Доедай эту голову. То я, у меня просто удивление было. Неужели уже просто несколько раз я так давал? Думал, может, она прячет где-то голову там вот за стиральной машинкой на потом, типа потом съем. Нет, сейчас пошел, проверил, отодвинул машинку, нету там ничего. Вот, вот Пекс, наверное, отнял. Вот он любитель, у нее отнимать. И мне так жалко стало. Ну пусть на улице покушает, на улице покушает девочка моя. Мясца сырого. Ну вот. И прикончили мы ее, да? Анфиска. Интересно, когда у тебя зубы меняться будут? У Пекса сейчас меняются. Все? Покушала? Бетон, не лежи, он шершавый. Шершавый бетон. Да и что там у тебя с глазом, Анфиска? Что с глазом у тебя? Покажи. Стой, 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 стой. Что с глазом? Испачкала, надо будет помыть. Ну вот, теперь хоть животик на животик стал похож. Вот видно, набитый, набитый животик, да, ты моя хорошая? Набила животик. Сейчас придет, будет мурлыкать мне на кровати. Давай, пойдем, Анфиска, домой. Домой, Анфиска. Пекс не поймет, что это такое без меня там, да? Уединились. Уединились без меня. Ага, о, все. Понятненько, да, Пекс такой? Ага. Без меня мясо жрали, значит, да? Такой Пекс. Ну ладно, ладно, я вам типа устрою в следующий раз. Сейчас я Тимофеевну съем. Внутри достану то, что она съела. Пекс, куда ты понес ее? Иди сюда. Пекс! Пекс! Че, не слышишь меня? Хулиган.
Сейчас хорошо на улице сухо, а так вот понесет по грязи, ее всю в грязи вывалит, Анфиску, и все, потом я ее что, мою. Так, не озорничайте. Все. На этом все, друзья, ставим лайки. Это была кормежка Анфиски Тимофеевной. Всем пока. Да, что там, не достать? Большой уже. Под машину не умещается уже. А Анфиска лазит. Да? Ну, ты моя хорошая. Ты моя хорошая. Да ну тебя. Так, Пэкс, не трогай. Не трогай мою девочку. Пойдем. Пойдем.